Позади 4000 километров. И вот фура из Алтайского края наконец-то добралась до наших бойцов. Это не первая помощь Александра Прокопьева. Недавно гуманитарку от депутата Госдумы получили дети славяно-сербского района ЛНР. В республику Александр Прокопьев приезжал в конце августа. А в начале ноября очередная фура отправилась из Бийска на линию соприкосновения. Парни из Алейской бригады выгружают вещи на армейскую технику. Дальше на передовую. Спальные мешки, теплые вещи, палатки, накидки. Все это согреет, укроет от дождя и снега. Все это оплачено депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым. Хотелось бы выразить слова благодарности за предоставленную гуманитарную помощь депутату Государственной Думы Александру Прокопьеву, волонтерскому движению «Золотые руки ангела». За предоставленную гуманитарную помощь вся она прибыла в полном объеме, будет напрямую на передок. Фура вернулась в Бийск. Водитель Виталий и его напарник были в пути почти две недели. Они делятся впечатлениями. Это был очень ответственный рейс. Случалось всякое. И снег, и гололед, и небольшая поломка. Главное, что смогли внести свою лепту в общее дело и помочь алтайским бойцам. Мы приехали на место, мальчишки ждали нас, военнослужащие. Быстро подогнали машину, оперативно перегрузили нас. Настроение у них боевое. Победа будет за нами. Кричали так. Ирина Корчагина. День с толком.